давным-давно для себя нашел отличный способ и решил поделиться с вами. Потому что я считаю, что каждый достоин жить в свое удовольствие. Все, что вам нужно, это перейти в описание под видео. Удачи! Иглы. Там охренейший рэ какой-то был. Ну. Колеса от стен, потом доску привезли ему фикс. Она весит вся как мой скут, короче. Хочешь пранк, который вышел из-под контроля? Ну. Самокатинг в Беларуси. Блин, вчера там привезли капец. Чё? Да ладно. Ты охерел? Я весь день хожу, не могу ее открыть. Не закрывай, я пить хочу. Смотри, 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 смотри. Оп! Эта доска у меня была в видосах лет 5 назад. Да, когда были обучалки вибайки. Да, короче, именно это. Вот если открыть старые видео обучающие, где типа Жека, который такой качок, а тогда он в шляпе такой был. Вот, короче, он на ней тогда катал. Прикиньте, круговорот. Я даже вставлю типа кусочек из 2011 года. По приколу. Блин, круто. Давай-ка еще раз. Ну как-то так. Давай еще раз по-чистому вообще, чтоб подальше от камеры, есть? Ну вообще, the best. Все, всем спасибо, пока. Короче, блин, это Андрюха мой самокат угнал. Сейчас я у него возьму. Пацаны, ребята, спасибо. Андрюха. А, Андрюха, кстати, катается по перилам, по-моему, первый раз. На отстеке. По перилам. На самом деле я на лимузине точно нормально делал. Но на этой даже типа. Ваши ощущения. Самокат чужой, но нормально. Слушай, а ты смотрел малыш на драйве, да? Ну. Почему ты наушники не достаешь? А у меня музыки нет. Она там настолько тихо, что нифига не слышно. Ах, просто, на драйве. Просто лень, короче. Сними важную вещь. Я же этот дабл на стрите. Прикинь, я ходил кататься просто по приколу и застабилил дабл. Короче, сейчас, давай вот я first try, вот, прям, не обрезай. А, где? Вот тут. Нормально. Давай со второй сделаем, точно. О, бля. Ладно, придется не одним кадром снимать. Давай, есть стабильные трючки. Ну, давай. Я тоже один. Уже? Я тебе отвечаю, я катал, я, наверное, раз 15 попробовал, я раз 10 из них сделал. Давайте все, кто помнит, как я делал 2 флет, лайкнет. Потому что больше я не делаю. Ну, давай. У меня, короче, есть друг, который когда ставил... Бред. Он ставил бит, короче, и при этом укатывался всегда фейки. Нет, смотри, у тебя доска легкая, ну, да. А руль тяжелый. А у меня руль, ну не сказать, что легкий. Ну а доска ясен пень. Вот. Не, рил. Андрюха, что мы сегодня делаем? Пытаемся. Мы должны что-то интересное замутить. Какой стрит мы в парке? Вот этот. Вот видишь, бокс перила, стрит. Какие перилы? Я Вова. Мне чувак с Питера еще рассказал. Короче, у них есть такая фраза, типа, когда идет речь о каких-то, ну, таких, типа, чуть выше среднего уровня трюках, типа, там, Buttercup, да, и речь заходит про меня, что все говорят, типа, я тоже это не умею, почему он популярный? Я прав. Наверное, потому что у меня 4К камера. Не, ну эру я тоже могу делать. Но мы же стрит, ты чай. Пар. Охереть. Стабилити? Нормально. Короче, сколько подряд? 4. Страх. Там опять же фифтач делал. Упал и на бедро.
час ходить не мог. Вот, блин, Минька, она такая, типа, страшная. Фехтач вообще как-то, типа, сложновато зайти на него ровно. Ты чё, ты больной? Всё, погоди. Я давно Минька катал. Ходи на середину, что ты с краю катаешь. Тут ты вылететь недалеко, типа. Я вижу, давно не катал. Что-то я чуть это лицом не двинул, да? Очканул вылетать. Короче, у меня есть идея. Не, погоди, тут это... 18 есть? Да. Ладно, тебе 18 сразу есть? Сразу видно, что 18. Тебе 18 да. есть? Ладно, короче, смотри, какая идея, сразу Андрюх. Видно, 18 есть. 18. Да, уйди, Андрюх. Все, строго, строго. Тихо, короче, какая идея, Андрюх? Покупаем бутылку водки. Не, ну подожди, подожди, это тихо, классная идея. Тихо, тихо. Смотри, идем, короче, в парк. Ну все, понятно. Не-не-не, и это, короче, эксперимент научный. Да-да-да. Типа, да. Как выпивка влияет на катание? Йо, как ты думаешь? Давай, нет, давай. Really? Ну, со второго. Что-то я прям это... Ну, ссался, такое. Когда ты не сделал бы, еще так... Бог пару начал. Ну, так я же говорю, да не, я... Блин, у меня, короче, смотри, какая дилемма с перилами. Типа... Я прихожу каждый раз, мне каждый раз говорят, давай перилу, а я думаю, блин, не, я сначала дня три подряд покатаю, а потом пойду на перилы. А в итоге я три дня подряд не катаю просто, потом опять прихожу, да, и типа опять все повторяется. И так я сезон целый на перилы не прыгаю вообще. Перилы берешь? Да. Точно? Покажи. Не сверху, а вниз. Минус 6 лет. Не, ну я почти. 6 лет катания, скажем так, ну, вообще. После месячного перерыва. То... Я это просто не вставлю, блин. Мне стыдно будет. Не, ну как бы не сказать, что мне за остальное, что я выкладываю, не стыдно. А, что это такое? Сколько лет катания? Тоже? Подожди, 6 много. Какого? Вот стиль. У тебя, наверное, иммунитет хороший. Я не знаю, давай реально опустим, слышишь? Давай, мне пофиг, что так. Смотри, смотри, можно видос назвать. Опустили бокс. Два самокатера опустили бокс. Знаешь, что думаю? Можно снять эдит под этот Владимирский Централ. О! В этом я шарю. Просто блин, я не кассирую все вот эти русские стили, типа, вообще. Не русских я райдеров, этот... типа, не русскую музыку, а это будет вдвойне. Группа, хотя у меня есть вообще... видос под Цоя, и он неплохой, да? Да, да. Ставьте лайк, если знаете, что за видос. А никто не знает. Это... Столько новой аудитории, трындец. Там, типа... Смотри, короче, что придумал. Сейчас собираем все самокаты малых в одном месте. И сжигаем. Пока. Прокану. Погоди, погоди, а покажи доска, может там трещины есть? Нет, я про где торцы. Может есть где-нибудь? Что, чувак, я про торцы, хороший, они как бы островаты. Самокат, интересно. Это супер точно. Что, понимаешь? Вообще, с точки зрения здравого смысла, для человека, который ни разу не видел самокат, что мы пытаемся делать, вообще непонятно. Потому что ты едешь задом к лестнице, это вообще... Ладно, это было неплохо, это было неплохо. Не хватило. Это знаешь, когда типа 20 лет в браке,
и думает, что уже ничем нельзя быть удивленным. И тут Андрюха делает вот такую комбинацию. Давай еще раз попробую, я стабильный. Это проблема самокатеров.